Самый характерный признак осени – часто болеющие дети. В школах, детских садах они кашляют, чихают. А ведь сезон простуд еще только начинается. А зимой и вовсе прогнозируется подъем заболеваемости гриппом, коварство которого известно всем. Вакцинация против гриппа осуществляется бесплатной прививкой российского производства «Гриппол плюс». По желанию родителей можно привиться вакциной французского производства на платной основе. Вакцинация проводится в филиале детской поликлиники по адресу Ильина 6, Брестская 108, Завальная 18. Для этого необходимо обратиться к участковому педиатру, который после осмотра ребенка и с получения согласия родителей дает разрешение на прививку. Логистика отработана четкая и уже проверенная годами. Благодаря этому удается избежать эпидемического порога заболеваемости гриппом. Предусмотрен максимальный охват вакцинации детского населения. Для более широкого обхвата вакцинации будут осуществляться выездные бригады учреждения общего среднего образования в составе врача и медсестры, которая обучена всем правилам вакцинации. Медицинские работники, а прежде всего государство, предусмотрели все возможное, чтобы у ребятишек выработался иммунитет. И они или вовсе не болели гриппом, либо переносили его в легкой форме. Хочу успокоить родителей, что вакцина является инактивированной, не несет осложнений и сделана с учетом штаммов гриппа, которые будут циркулировать в сезоне. Хочу подчеркнуть, что коварство гриппа в том, что он несет за собой очень тяжелые последствия и осложнения. Сегодня медицина располагает целым арсеналом вакцин от самых коварных вирусных инфекций. Доступны они сегодня и пинской детворе. В филиале детская поликлиника проводится альтернативная вакцинация, то есть вакцинация по выбору родителей и на платной основе. В настоящее время можно привить ребенка против менингококковой инфекции, ветряной оспы, клещевого энцефалита, против вируса папилломы человека и ротавирусной инфекции. Предупрежден, значит вооружен. Прислушайтесь к советам врачей, а главное к своему сердцу, которое так болит за ребенка. Так не лишайте его возможности быть здоровым и счастливым. Уважаемые родители, нет ничего важнее здоровья ребенка. Если вы хотите сохранить его, сделать вашего ребенка веселым, счастливым, обратитесь вовремя к участковому педиатру для осуществления вакцинации.